Привет, привет! Привет, привет! Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем делать тортик. Какой тортик? Шоколадный. Шоколадный. С мамдансами. С мамдансами? Да. А кто вам будет помогать? Мама. Мама будет привет, помогать. Привет. Ну что, с чего начинаем? Так, начинаем делать. Сначала берем вот этот шоколадный корж. И мне. Кладем его на блюдо. Подожди, Алиса. Дальше берем ложку. Алисе дай ложку. Свою бери. Открываем. Сгущенное молоко. Берем это. Ну что, Егор, давай продолжай. Так, намазывай. И Алиса помогает. Правильно, молодец. Ой. Так, аккуратно. Давайте мама будет держать вам. Давай, Алиса, я тебе помогу. О! Давай, Егор. Так. Поварята маленькие. Да? Давай. Папе сгущенки оставите маленько? Нет. Так. Может, я ей могу? Не можешь? Сейчас папа нам подаст небольшую вилочку. Ложку хотя бы дадите облизать? Нет. 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 Егор, ну не так же? Дай. Так, давай размазывай, Алиса. Это нам вилочка на будущее. Вот так. Оп. Вот так. Я хочу. Правильно делай. Мама тебе просто показала. Ой, какие молодцы. Ну вы по всему коржу размазываете? Надо кожу держать, а то они это... Ой. Давайте я вам буду помогать. Вы его крутите. Так, ну давайте теперь я вам помогу, ладно? Давай, мама, помогай, а то тут надолго все затянется. Вкусная сгущенка? Да. Ты будешь сгущенку кушать? Поднимай, а то будешь весь сгущенку, и мы тебя будем облизывать. Ай-яй-яй. Правильно. Надо пробовать то, что делаем, правильно? Так, давай повернем. Подожди-ка. Повернем. Алиса, что это вы делаете? Торт. Какой торт? Так. Вкусный. Вкусный. Вкусный торт? Давай, мам, я хочу. Вкусный. Гоша, дай там чуть-чуть. Вкусный шоколадный торт. Мамочка, давай, давай, давай. Давай, мы делаем давай, вкусный давай. Шоколадный торт. Все ну, попробовали? Вкусняшка, да? Да. Вкусно, да? Да. Вот тут у нас кто-то ремонт делает. Так. Теперь мы берем белый корж, да, Егор? Угу. И кладем. Давай. Так. Да. Да. Молодцы. Умница. А теперь берем... Опять банку со сгущенкой и опять намазываем. Алиса, сядь, сядь. Сейчас я тебе давай. Сейчас Егор накладет сгущенки, а ты будешь намазывать, да? Давай. Оп. Сейчас я помогу. Мне кажется, уже все, мама, с такой дубинкой вытащила. Так, размазываем. Какой тот вкусный-то должен получиться. Ой, вкусняшка. Алиса, помогай. Так, молодцы. С чьей стороны вкуснее ой. Будет? С Алисиной или с Егором? Ну, ничего пальчики облизываю. Мама пока помогает. Да? Я должна облизать? Какие у Алисы пальчики вкусные. Давай. На. Вкуснятинку намазывать все хотят, потому что, чтобы потом пальчики облизывать, да? Кто будет первый кушать кусочек? Папа, конечно. Я потому что вы уже все попробовали, а я нет, я первый стою. Первый кусочек будет те, кто делал. Нет. Первый кусочек будет Егор, второй Алиси, третий папе, четвертый Майе. Первый кусочек тем, кто снимает. Давайте я быстренько ножом намажу. Давай, размажу. Намазывай, потому что это надолго тоже затянется. Давайте. Мама вам помогает, да? Здесь еще много мы будем делать. Егорша, отойди, пожалуйста. Алисушка, вкусно? Угу.
Особенно сам кошек. Алиса. Ну тут вот. Алиса любит тортик? Да. Да? Ты какие, Алиса, любишь тортики? Я шоколадный. А со сгущенкой? Я люблю больше праву. Алиса, а ты какие? Однотонно шоколадные? Да, которые завтра мама мне купила ее. Завтра мама купила? Да. Берем шоколадный кош. Что дальше? И опять делаем то же самое. И опять где наша банка? Давай я помогу, чтобы ты не порезался. Чем? Об крышку. Нету больше сгущенок. Сгущенок еще нет. Есть сгущенок много. И шоколадок много. Мне в живот. И пошли мазать. Правильно. Теперь. Так, сейчас все здесь выскребем. Держи. Гош, держи. Нам что, новую банку уже нужно? Угу. Просто ставим новую банку. Так, дети пока усиленно, упорно намазывают, размазывают крем. Это не крем, а корж. Корж, да, вот какой корж получается. Я красивый. Тоже хочу ножком размазывать, как мама. Какой красивый получается торт, сколько много начинки. Это сгущенка, папа. Ну, сгущенка, она же будет начинкой. Ну, может быть, ну, может быть. Ой. Ау! Ой. А меня все втерли. Папа, попробуй. Папа, попробуй. Я потом попробую. Мальчика, попробуй маму. Алиса, присаживайся. Я сейчас уже подойду. Мальчика, попробуй. Ой, давай. Облежу тебе. Я буду сама размазывать. Вкусно у Алисы пальчики? Да, но... Все, пока Алиса пальчиками маму угощала, Егор уже все намазал лист. Молодец. Давайте я ножичком аккуратненько сделаю. Тут дырка пробоина. Ничего, мы сейчас размажем. Ой, где тут дырочка? Ну что, когда уже торт-то можно кушать? Уже скоро. Может быть, скоро. Через полчасика. Через полчасика? Да. Так что, папа, жди, пока у меня там еще текут пены. Теперь мы берем светлый корж. И опять берем баночку и намазываем. Да, вот ее слишком много с прошлого раза. Давай, Алиса, подержи. Ой, молодец. Ого себе, сколько. У меня с моей сгущенкой кусочка. Так, все уже мы вымазались. Алиса, так не надо. А то куда-нибудь на потолок у нас прилетит. Нет. Да. Я кинула его у тебя. Да, Леша. Ой, какие молодцы. Как замечательно вы умеете размазывать. Да. Мы поварёшки. Вы поварёшки? Да. Поварята маленькие. Да. Маленькие кулинары. Егор и Алиса, да? У меня даже есть бабельон, пони и пули даже. Да что ты говоришь? Сколько у тебя игрушек есть? Ну ничего страшного. Попробуй. Мальчик, да я уже могу. Давай. Надо быстро. Помогать, наверное, надо им, чтобы быстрее все было. Да? Не торопитесь, аккуратненько, ладно? Как да, получается, ну, так и делайте. Пробоину. Все равно будет вкусно. Это пробоина будет... в тосте. Мамочка, ау. Я вам покажу. Ой, опять. Ну, давай оближу. Что, пробоина в торте? Какой, Алиса, сладкий панчик. Еще не готово. Что, не готово? Да. А я уже собрался кушать тортик. А давайте я ножичком. Поаккуратнее, покрасивее, ладно? Ну, подожди. Егоша. Я уже тортик собрался покушать, разрезать. Или еще рано? Еще рано. Ну, ты, папа, у нас вообще ничего не делал пока еще.
Как это не Пап, делал? Пап, снял видео. Видосик. Так. Вроде бы ровненько получается. Да. Мамочка, попробуй у меня кулачок. Подожди, подожди. У меня вообще палец уже грязный. Ну и ничего страшного, помоем. Так, ну и что? Последний берем корж. И шоколадный. Опять намазываем. И опять все намазываем. Я уже беру. А куда мы не в школу? Сейчас все будем по порядку. Алиса, какие у тебя вкусные пальчики сегодня. Так, Егоша, давай помогай. Давай, мама, Алиса. Можешь? Или ты сама? Я сама. Ну, молодец, давай. Ой, ты не вытащила. Ой, вытащила ложку со сгущенкой. Давай, да? Ложку. Ну присаживайся, Алиса, все, и помогай намазывать Егора. Давай. Так хочется сушить кошек съесть. Съесть? Да. Сейчас. Алиса, так не надо, а то сейчас сгущенка поразлетается по всей кухне. Да. Нет, ну не Алиса, Алиса, не надо так делать. А кошка ломается. На Пилипа. Давай. Помоги. Оп. Так, что дальше? Так, размазываем. Все делаем точно так же, да? Держи, Алиса. Мамочка, ты испачкаешь тоже тарелочку. Ничего страшного. Давай-ка попробуй мои пачки. Да попробуй. Вкусняшка. Иди. Вкусняшка. И вот чай. Егор, смотри, как Егор молодец. Как все... тщательно у нас размазывает. Умничка, молодец. И я. И ты, конечно, молодец. И ты, конечно, молодец. Маленький поваренок. Да? Да. Тебе нравится делать торт? Да. А папа а, любит. А ты любишь кушать? Да, только однотонный шоколадный. Только шоколадный. Шоколад, однотонный шоколадный. А папа будет молодец, потому что будет торт кушать ваш. Да? Стряпню нашу. Ой. Так. Ну все, уже готов, можно разрезать. Да, уже почти. Ну так вот так ты и будешь. Ну давай, Алиса, я тебе помогу вам быстрее. Мне тоже. Можешь уже опять ножичком. Давайте, держите свои ложки. Я ножичком сейчас размажу. Держишь, Алиса? Пока мама размазывает, расскажите что-нибудь. Нет? Почему? Так. Ну, пап, мы сейчас сделаем топ. А потом мы скушаем. Ой, Алиса маме уже намазала. Чуть ли не в локте. Здорово мы. Ну, попробуй ты забрать вот это. Все, можно шоколадки есть. Так, теперь нам надо... шоколадки? Сделать. Нет, сейчас уже сделаем, да, подожди. Посыпку? Ага. Сейчас нам надо все посыпать. Ура! Мамочка, ты поешь. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Куда ложка, чудо? Да. Теперь берем посыпку? Ну нет, руками просто сыпь по чуть-чуть. Как будто тоже. Птичек кормите. Давайте птички, иди еще. Алис, вот так надо везде, понимаешь? Ну давайте, как получается, да? Вы есть. Первый раз делаете сами торт. Да. А я птичек кормлю. И я. Ну все, хватит кормить. Все, покормили птичек? Да. Еще чуть-чуть. Все, Алиса. Ой, какая у нас тут грязь. Теперь берем шоколадки. Ура, шоколадки! И вот так выкладываем. Самое вкусное сейчас. Вот так близко, Егор, смотри. Егор у нас уже решил дегустацию произвести. С того пока края, девчонки с делают. С откусанного края Егора будем отрезать. Да. Так. Получается. Красота. Вот получается. Красота. Тортик какой совместными усилиями. Так, подождите. Вот здесь, Алиса. Машка, я тебе замазала. Спасибо. Машка, Егор. Я. Так. Ой. Так.
Егор, где твоя шоколадка? Я ее объел. Ну, чуть-чуть. Я не ее объел. Да, чуть-чуть. Да. Так, прижали. Все, да. Готов? Так, нет. Теперь перевяжем ленточкой. Угу. Я мам трясы. Так, а теперь мы связываем, да, наш тортик красивенький, да. Вкусненький. Чтобы у нас шоколадки не распадались, мы связываем аккуратненько белой ленточкой. Да, Алисушка? Да. Алиса маме помогает, молодец. Подожди, Алисик, Алисик, дай маме завяжь, пожалуйста. А мужики вот тут этот торт есть. Да. Так. Все, торт готов. Открываем M&M's. А я думал, уже можно разрезать. Нет. Так. Алисушка, садись. Сейчас няня тебе даст. Давай. Помогу. А вот эти точки будут. Так, раскрываем. Так, все взяли пару в ручку, набрали и Алис. Все по очереди, ладно? И все. Да, и сыпем сюда. Ой, красота какая! Художники, да? Какая красота! А давайте, знаете как, высыпем здесь и ручками своими. Давайте. Давайте. Ого себе! Здорово! И ручками мы все это разравниваем, да? Алиса, о, какой торт получается. Здоровский. Так. А как называется? Да, наверное, очень вкусный-вкусный торт, да? Или очень-очень вкусный давайте, торт. Вот эти крошечки закрываем, да? Егор. Угу. Это за мной, да? Ну и ладно. Сушилось. Можно в рот положить себе. Ура. Так. Ну что? Ну и вот. Вот маленькие кулинары. Все? Да, можно убрать. Можно греть чай? Да. И делать уборку на столе. Да? Нет. Ну что, всем говорим пока-пока, мы будем есть торт. Пока-пока. Мы сегодня Егора и Алисы. Пока-пока, подписывайтесь на наш канал. В гостях у Алисы и Егора. Всем пока-пока. Пока. А я пошел греть чай и есть торт.